Прежде всего, стоит обратить внимание, в какой цветовой гамме вы хотели бы оформить свое жилье. Здесь есть важная деталь. Каждый цвет по-разному влияет на ваше настроение. Причем, как говорят психологи, даже один цвет может оказать различное воздействие на людей в зависимости от их возраста, пола и темперамента. Так, у детей голубой пробуждает креативность и вдохновение, стимулирует тягу к учебе. В то время как на людей постарше он оказывает более выраженное успокаивающее действие. Если площадь комнаты небольшая, но обставить ее хочется со вкусом, обратите внимание на коллекции модульной мебели. Они позволяют покупать не весь набор целиком, а только то, что вам нужно, и собирать желаемую композицию из подходящих друг другу деталей, как конструктор. Такой вариант отлично подходит при совмещении двух комнат в одной, например, кабинета и спальни. Человек, придя в наш салон, он может заказать мебель любого размера. То есть она состоит из модулей. Модули – это как пазлы, их можно собирать любого размера. Угловые модули у нас есть. Вот. Размеры, допустим, если люди выбирают для детской или для спальни, можно выбрать кровати любого размера. У нас есть двухъярусные кровати. Вашему ребенку не нужны огромный стол и шикарное кожаное кресло, чтобы подчеркнуть статус и высокое положение. Но это вовсе не значит, что он обойдется пружинной кроватью и тумбой, наспех сбитой из кусков фанеры. Грамотно обставленная детская не только порадует вашего ребенка, но также защитит его от ушибов при падениях, поможет ему в развитии и учебе. Первое, что нужно знать о детских, не стоит разделять комнату на жесткие функциональные зоны – кабинет, спальню и игровую. Ведь этим вы можете вызвать у ребенка отвращение к учебе. В хорошей детской все расположено рядом: кровать, компьютерный стол, шкаф. Важно также подобрать вместительные полки и ящики. Для детских комнат мы шкафы можно делать, то есть у нас предусмотрены для детских комнат шкафы без зеркал, для взрослых можно зеркалами делать. И то тоже на выбор человека, зеркальные фасады или просто деревянные. В общем, обустройство дома – занятие интересное и полезное. А если вы как раз подумываете сменить старую мебель на новую, есть хороший повод сделать это прямо сейчас. 1 июня до 30 у нас будет действовать скидка 20%, скидка на детские гарнитуры. Вот. И вообще в салоне «Любимый дом» периодически появляются новые акции. То есть у нас не бывает такого, чтобы человек пришел, и у нас не было для него предложений по акциям. То есть бывают скидки до 20%, иногда и до 30%. Вот. В общем, мы всегда идем на встречу нашим клиентам. Каждый может сделать свой дом красивым и уютным, и для этого нужен творческий подход и изобретательность. Потому эти советы не следует воспринимать как догму, а как пример правильного подхода к проблеме выбора мебели. Думайте и самостоятельно создавайте новый интерьер вашего дома.